Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. При покупке телефонов Huawei последних версий все очень сильно боятся, ну, поскольку нет здесь Google сервиса, все очень сильно боятся, что как же мы будем пользоваться YouTube, как же мы будем пользоваться Google Play Music. Ладно, там еще документы и таблицы можно обойтись, ладно, Google картами и так можно пользоваться, ладно, Google Play Games, от Google Play Games, вернее, от Huawei есть аналог идеальный Google Play Games, то есть Google Play Games, в принципе, вообще не нужен, но что же делать, то есть как же обойтись без YouTube, нормального приложения? Ну, кто-то обходится просто установкой какого-то YouTube Advanced, и без аккаунта пользуются YouTube, но нет синхронизации с лайками, с подписками и с этим всем, поэтому тоже неудобно этим пользоваться. Короче, ребят, сейчас покажу вам, как пользоваться YouTube Advanced на самом-то деле. Вначале вам нужно зайти на сайт advancedapp.com и скачать Advanced Manager. Качайте его, у вас начинается загрузка. И после того, как полностью скачается менеджер, открываете его, разрешаете ему все и устанавливаете. Затем открываете. После чего устанавливаете Micro-G. Нажимаете на кнопочку «Установить», чтобы Micro-G установился. Нажимаете «Разрешить», «Установить». После этого заходим в Micro-G и возле надписи Micro-G нажимаем на шестеренку. После чего, видите, Google Device Registration. Отключаем. То есть смотрите, что это написано. Что если вы это делаете, то есть вы создаете идентификатор специальный. Короче, мы эту штуку отключаем. Она нам сейчас не нужна абсолютно. После чего мы нажимаем «Добавить аккаунт» и нажимаем «Huawei». Это важно. Теперь вписываем адрес своей электронной почты. Нажимаем галочку и вписываем пароль своего аккаунта. После того, как вы вписали пароль, нажимаете на кнопку «Далее». Принимаете все, что можно принять. Ждете еще секундочку. Все. У вас успешно получилось сделать все. Теперь, в принципе, можете включить регистрацию девайса, но это не обязательно, на самом деле. Затем заходите в приложение YouTube Advanced, вернее, в приложение Advanced Manager и устанавливаете YouTube. Нажимаете «Готово», идет установка. Можете потом начать устанавливать даже музыку, но потом когда закончится это, потому что во время загрузки нельзя. Разрешаете, устанавливаете и... Вуаля! Открываем YouTube Advanced. И как вы видите, у нас мы уже в своем YouTube, в своем Google аккаунте. Можем посмотреть мой канал, даже вот 420. 420 за что? У нас тут ни одного видео нет. 420 подписчиков. Вы серьезно? Неплохо так. Неплохо так. Так, что еще здесь у нас? Давайте посмотрим, покажу вам, что действительно все здесь на самом-то деле работает. Вот понравившиеся, есть 1200 с копейками видео, которые понравились. Вот, кстати, одно из последних видео, это мое личное. Установка сервиса Google Play, причем нормальная установка сервиса Google Play. Но это совершенно другая история. Короче, как вы видите, все работает. Причем точно так же это будет работать и с приложением YouTube Music. Просто есть одна загвоздочка. Эти приложения, Advanced и YouTube Music Advanced, они автоматически премиум-версия. Полностью бесплатная и автоматически премиум. Как бы это плюс, наверное, для большинства. Но для некоторых может быть и минус, потому что кто-то очень сильно хочет, например, платить за музыку. Наверное, такие люди есть. И, скорее всего, это может быть проблемой для кого-то. Но хочу вас успокоить. Если вы, допустим, будете слушать какую-то музыку, она как бы будет работать в фоне, и все будет нормально.
Но вы при желании подписку можете оформить, потому что такой возможности вас никто, по сути, не лишает. То есть вы действительно можете оформить подписку, если захотите, даже через приложение YouTube Advanced. Хоть никакой функционал у вас не изменится, вы точно так же будете слушать музыку, но все равно подписку оформить можно. Можно попробовать бесплатно, можно, ну, покупка отменена, сейчас у меня такая проблема, потому что я не установил до конца сервис. Там, на самом деле, можно до конца установить один сервис, и все, и можно будет совершить даже покупку. Но нужно ли это? Понятия не имею. Разве что, чтобы искупить свою личную совесть. Ну, как-то так вот, друзья. Я думаю, что на этом будем заканчивать. Да, к сожалению, у этого способа есть минус, потому что если, например, вы даже установите какое-то приложение, например, какую-то Google карту, вы сможете ее пользоваться, естественно, но без своего аккаунта Google. То есть YouTube Advanced, это, вернее, просто Advanced Services, Micro-G, с этим не работает. То есть вы не сможете использовать свой Advanced аккаунт для того, чтобы использовать Google карты. Но компания Advanced, точнее, это Advanced Project, они разрабатывают теперь карты и документы для того, чтобы можно было использовать их на телефон Huawei. И это на самом-то деле очень приятно. Что ж, ребята, буду прощаться сейчас уже с вами. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я надеюсь, это видео было полезным для вас. Если это так, тогда не забудьте про активность. До скорых встреч. Кстати, да, если у вас появились вопросы, задавайте их в комментариях. Ну, если вы подписчик, мы вам, конечно же, ответим. До скорых встреч. До свидания.